В селе Минибаево, как и во всех 35 сельских поселениях Амельского муниципального района, ведется активное голосование за президента республики и местных депутатов. Жители понимают, что от их выбора зависит будущее нашей республики и нашего района. У нас сегодня праздник, день выборов. Я председатель Совета ветеранов, присутствую тоже на выборах. Односельчане активно участвуют на выборах, организовали также ярмарку. Все интересно, весело. Мы пришли голосовать сегодня, депутаты, президента и местные советы. День хороший, ясный, люди отдыхают, как праздничное настроение. Но всем желаю счастья, чтобы голосовали депутаты наши, чтобы работали и поддержали наш народ. В нашей стране выборы всегда были праздничным днем. Избиратели в Минибаево на участке встречают концертными номерами. Здесь же развернулась и сельскохозяйственная ярмарка. Сегодня я на сегодняшний день уже проголосовала, и мы торгуем для своих сельчан и мясом, и живем птицу. Я уже проголосовала, и сейчас вышла работать с нашими сельчанами, поднять им настроение, чтобы они попили чай с нашей выпечкой. Для них приготовили самсу, треугольники, разные виды кондитерских изделий. Людей очень много, всем очень нравится, кажется, что люди довольны. Ну, у нас в Минибаевском сельском поселении выборы они всегда проходят активно. Сельский народ ведь он очень рано встает. У нас уже в 7 утра очень много народу было уже. Я думаю, наверное, проголосовало у нас 60%. И обычно на каждых выборах мы стараемся устраивать ярмарку, то есть по самым дешевым ценам в районе, для населения создать хорошие условия. Почти на каждом из 54 избирательных участков в районе подготовлена своя праздничная программа. Всего в районе проживает более 37 тысяч жителей с правом избирательного голоса. Традиционно в нашем селе с утра пораньше активное голосование. Сельчане голосуют активно. Наши двери открыты до 8 вечера. У каждого есть возможность выполнить свой гражданский долг.